Добрейшего утреца. Я, мой синий чемоданчик. Мы уже идем в столовую, чтобы поправить, так сказать, свое физическое состояние бульончиком, потом картошечкой, потом на самолет и домой. Ребята, после завтрака утро становится вообще приятным. Хотелось бы даже, может быть, сигарочку одну задушить, но я не курю, поэтому не буду. Напоминаю, что на этой неделе в конце, наверное, на РДС-Западе, там, в субботу или воскресенье, буду выбирать счастливого обладателя капота по виде открытки. Если вы помните, можете не помните, пролистать там по ленте у меня. Нужно снять сторис. Зачем, куда тебе капот? Вот. На данный момент очень серьезная конкуренция. У нас две заявки, то есть два человека смогли себя перебороть и что-то снять, не просто нажать комментарий. И это у нас Владивосток и Калининград, ребята, с Калининграда. Так что все. Глядишь, вот среди двух желающих и выберем. Также среди всех, кто оставил там комментарий, отметил друга, разыграем футболок, кепок, ну как обычно. Но заявок на капот пока только две, так что шансы велики. Телек огроменный висит. И вот на телеком что-то как-то пустовато. А? А? Пусто же? Как потик бы там, зашибись бы смотрелся. Дядя Федор, привет. Вот нужен срочно капот. Приехали, тут ласточку готовим для зимнего дрифта. Долбить не ссать. У нас тут, видишь, бобры поели. Железо нынче дорого. Для музы, для проектировки просто жестко не хватает капота над телевизором. Илюх, ну ты же знаешь, что капот нужен мне-то быстрее. Какая лапечка стоит, вся гнилая, капец. Еще там капот весь после запада потертый. Так что капот сюда, я его присру даже на сливу, чтобы ты понимал. А он, смотри, весь непонятно. Так, всем привет. Ну что ж, я дома, в своем родном сервисе. И что? Я привез с RDS-GP себе колесо спортивное. И самое что-то теперь, я его теперь повешу сюда. И самое главное, что теперь сюда не хватает капота от дяди Федора со всеми росписями. У меня будет там футболка моя висеть, на которой он расписался, а здесь будет висеть капот дяди Федора. Стоит, сам знаешь. Так что по-любому мы должны выиграть твой капот. Он отлично впишется на нашу стену. Она пока пустует. Илюха, капот должен здесь висеть. Вот на этой стене у нас в Тюмени. У нас тут, конечно, есть и Тойоты. Здесь должна быть ВКушка по-любому. У нас есть Цефира на ВКушке. Илюха, здорово. У нас тут снег выпал. Капот срочно нужен, чтобы санки сделать. Началась посадка, чуть задерживается у нас рейс, но мы летим. Привет. А вон сидит у нас товарищ, грустит. Сейчас попьем на одном рейсе, шаганем, лишь рядом сядем. Я подумала и тоже решила поучаствовать в розыгрыше. И решила, зачем мне нужен капот. Я купила квартиру, а в ней ни хрена ничего нет. И я думаю, капот с бурятки идеально впишется в наш интерьер. Ну что, ребята, я на местах, как говорится, к фарту масти. Если захочется выйти, будем выходить. По красоте сидим. Илюх, ты там конкурс с капотом, все, закрывай, завершай, я все придумал. Смотри, какой прицеп забацал. Он сюда в качестве спойлера отлично встанет. Все, адрес вышлю. Тимон, что происходит? Куда все бегут? А у меня своя личная дверь. Сейчас открою. Дядя Федор, мне капот нужен, отправляй мне. Смотри, видишь, как УАЗик ездит. С таким капотом не совсем удобно, а вот со стейджевским будет нормально. Здравствуйте, дядя Федор, я посмотрел все видеозаявки и понял, что капот мне нужнее, чем остальным. К сожалению, сейчас не в гараже, поэтому я просто вот сюда вот картинку сейчас сюда вставлю. У меня в стене дыра. Туда когда-то въехал ЗИЛ,
И вот она завешена вот этой тряпочкой на фотке. И там бы очень хорошо смотрелся этот капот. Всем здравствуйте! Здравствуй, Илья! В общем, гаража у нас нету, поэтому все запчасти и все-все-все вообще у нас хранится дома. Я как жена совершенно не против, только за, и большинство и тащу-то в дом. Есть еще много всего-всего. В общем, капот я предлагаю повесить на место плаката Гочи. Вот, немножечко подвинуть Гочу. Я думаю, Гоч не обидится. Наш дорогой, уважаемый. Вот, либо повесить вот сюда. То есть место... Что, Илья, я поучаствую в конкурсе. Если капот достанется мне, то я обещаю довести его до этих ребят и там им торжественно его вручить. Редко. Мы с Медузой в кино. Смотрим какую-то херню, которая была. Когда мы пришли, идет не слишком долго. Выбор классный. Так, специалисты, после кинчика, короче, пришла мысль. Кеды себе прикупить, у меня, видите, протерлись тут, наверное, продавились моим жирным телом. Я обувь себе осеннюю выбираю. Короче, вот такие вот. Эти брать или эти? Эти или эти? Я подумал, в принципе, зимы не такие холодные, можно и что-нибудь подешевле купить. Или вот такие, смотрите, типа гандончики. Левый